Свеки. Пушкин Александр Сергеевич. О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте. Это спор славян между собою. Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою. Вопрос, которого не разрешите вы. Уже давно между собою враждуют эти племена. Не раз клонилась под грозою то их, то наша сторона. Кто устоит в неравном споре? Кичливый лед или верный рос? Славянские ручьи сольются в русском море. Оно ли сякнет? Вот вопрос. Оставьте нас. Вы не читали сии кровавые скрижали. Вам непонятно. Вам чужда сия семейная вражда. Для вас безмолвны Кремль и Прага. Бессмысленно прельщает вас борьбы отчаянная отвага. И ненавидите вы нас. За что ж? Ответствуйте. За то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы? За то, что в бездну повалили мы тяготеющие над царствами кумир и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир? Вы грозны на слова? Попробуйте на деле. Или старый богатырь, покойный на постели, не в силах завинтить свой измаильский штык? Или русского царя уже бессильно слово? Или нам с Европой спорить ново? Или русский от побед отвык? Или мало нас? Или от Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля? Так высылайте же нам, витии, своих озлобленных сынов. Есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов. Ачо.